Более эффективная борьба с торговлей детьми благодаря блокчейн. Власти Молдовы обсуждают возможность использования технологии блокчейн для биометрической идентификации, что призвано предотвратить торговлю детьми. Создание цифровых документов на основе блокчейн прокомментировал министр внутренних дел Молдовы Михаил Берегой. «Сейчас это насущный вопрос, и мы очень хотим найти эффективные решения, которые помогут нам справиться с ним». Как сообщают эксперты управления ООН, ежегодно большое количество девочек и женщин становится жертвами торговцев и попадает в рабство. Чаще всего жертвами торговцев людьми становятся жители сельской местности из-за отсутствия у них документов.